Спас, мне нужен костер, я начинаю мерзнуть. Время 21:35. Такого трамвая, до салюта успеваю. Кто так может, тот красавчик. Кто не может, но нужно стараться и учиться. Сайте главное, воду нужно. Гордей, не надо. Мой бог, мой мир. Давай, давай. На одну ногу, на одну ногу. Там салют начался, Стас. Слышишь? Я слышу. Блин, это походу реально салют. Зеленый остров, пидорасы, в прошлый раз ты кричал. Чё? Ты кричал, что пидорасы живут. Эй, пенники районные, я зерно! Давайте, ловите меня, я зерно! Так я пьяный был, а сейчас я охуенный. Я тоже не пьяный, пиздец, не заебал. Ну там реально типа супер салют какой-то. А чё? Это зеркало разбито, как и все в этом мире. И мы осколками падаем вниз. Пацаны, там салют реально убивает людей. Мобилизация. Миша, пока. Пока, Миша. Там по месту. А там никого нет? Есть, есть. Два человека. Кто-то наверху? Да, да. Там реально кто-то залез? Ну, говорят, что да. А, ну я вижу там, а это кто? А кто Ирена, кто? Да не, это ты! Вот я. Любовь, там Дани и кто еще? Чел какой-то с российским флагом обмотанный пришел. Кто-то, я так и не знаю. Верно, сейчас пойдем на баран. Че, пойдем на баран, блядь? Пойдем на похавать, там костер выпить, а потом лес челлендж. Ребята, Стас, че? Я пошел, идем в ели. Тебе, блядь, только гитару в руки дать, сука. Вот, блядь, мотыгу. Вот только вот так. Я вас захуяю всех же, блядь. Мухомуров найдем, мухомуров. А реально что-то салют рано начался, это походу супер салют. А я читал, но я один бесит. Мы весь салют с начала и до конца видим. Мы мухоморы. Я успел набухаться, подрезветь и опять набухаться. А, кстати, салют, по-моему, уже все. Да. С праздником! Все наши подписчики снова здесь! Эти градирни. Градирни? Вон они. С барана, скорее всего, видно, там угол другой. Не-не, а вот та вот хуйня с красными фонарями слева самого. Красиво, ребят, да, согласен. Я вернулся, готовы к разъебу! Он обиделся. Все, он обиделся. Это кто? Начали говорить про политику, он не выдумал. Денис испарился! Change the world. My final message. Привет, друг Егор. Вы друг Егора? Он меня научил вот это. Чё? Здесь остальные. Ну, они на этот, на столб залезали и должны сюда подойти вскоре. Так это пиво Егора вообще-то. А кто твой Егор? Президент Америки? Блять, друг Егора здесь. Я голодный. Что в холодильнике? Стасик, когда напьешься? Стасик, когда пьяненький уже будет? Да не сегодня. Стасик, когда ты будешь пьяненький? Давайте тест лучше. Это больно. Я не хотел, если тебе дискомфортно, я могу тебя не подсвечивать для видео. Кто участвует? Блять, Кораблев. Не Кораблев. Да это Кораблев. А где костер? Есть костер, привет. Все, давайте Bloodhound Gang. Это другое. Блять, а очки я заберите. Я со всеми решил. Мы сейчас гига жопу соберем.
Там реально вот я сейчас... Когда лез в челлендж? Через 10 минут, да. Чё, пацаны, кто хочет пиздиться жестко? Я зарезкой хуйни. Да ебать, вы еще сумоисты, что ли? Все, теперь как только руки коснутся пола, начинается бой. Да, у меня были очки. Он Джокер. Да, мы как бы два раза Джокера. Мне сказали нежный бой, хороший, но реально по правилам. Здесь только чужие. Мы взяли. Ну я просто хотел пописать вот сюда прям. Бля, ну, не на хлеб же. Реально, это пиздец. Алкоголя! Дайте мне тоже куснуть. Я себе мякоти набрал. Где мой хлеб? Вот он. Я себе мякоти набрал, и мне ничего за это не будет. Я совсем. Так, ладно, все, все готовы идти. Пошлите! Пошлите в лес челлендж! Какой бир у тебя есть? Мне кажется, ни у кого нет никакого пива больше. Гоша, зачем ты снимаешь людей? За мир без нацизма! Где Ваня, блядь? Ваня же с нами шел. Похуй, сейчас проснется. Олег, выпей немножко. Сейчас идем. А где Ваню оставить? Сними. Олег мухомором стал. Сейчас всем реально пиздец будет. Куда мы выходим, Стас, к Меге? Куда получится, туда и выйдем. Дальше Стас, дай мне пачку. Пачку. Ладно, давайте до конечки дойдем и... Пиздец, я хочу сдохнуть. Yes. Это хлеб? Да. А где Ваня? Я и был. Ты за него ответственный. Я не был никогда. Я тебя сейчас хлебом выплюнул. Ладно. Начинается лес челлендж 2022. Мы будем просто получим болотом ходить. Это лес челлендж 22. Блогеры с Первоуральска возвращаются в этот строй. А вон Ваня идет. Кто штаны снял? Когда сыт. Это что, блядь? Вы вызываете такси? Да. Все, пока. Да. Все понимают, что такое лес челлендж. Довольно много народу для такого челленджа узкоспециализированного. Да похуй. Это главное, Стась. Стас, обратного пути-то нету больше. Да. Блядь. Костя, Ваня, пока, до свидания, всего доброго, хорошего пути домой. На красной отдохните с кайфом. Кстати,